Наиболее талантливые абитуриенты в этом году, поступая в Казанский федеральный университет, получат от 80 до 100 тысяч рублей. Приказом ректора КФУ Ильшата Гафурова учреждена единовременная стипендия университета «100-бальник». Единовременную выплату смогут получить победители, призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. А также абитуриенты, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Победитель будет получать единовременную выплату 100 тысяч рублей в сентябре, когда он поступит, если он поступает по профилю своей олимпиады. Призер будет получать единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, если он поступает по профилю олимпиады. Если 100-бальники также получили 100 баллов и по своему профилю поступают к нам, ну, допустим, человек получил 100 баллов по физике, идет в институт физики, поступает, соответственно, у него будет единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Помимо единовременной стипендии КФУ «100-бальник», абитуриенты также смогут рассчитывать на специальную ежемесячную стипендию в размере от 4 до 10 тысяч рублей. А выпускники лицеев КФУ при поступлении в Казанский университет будут получать на протяжении учебы ежемесячную стипендию от 6 700 рублей до 7 550 рублей при условии сдачи сессии на «Отлично и хорошо». 10 июля также вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицеев КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образования. Услуг. Если у, значит, абитуриента 220 проходной балл на то направление, куда он собирается поступать на бюджет, а у него 200 баллов по результатам ЕГЭ, соответственно, он может поступить на контракт и получить 20% скидку. Более 180 100-бальников уже подали заявление в Казанский университет. 8 из них – это выпускники IT-лицея и лицея имени Лобачевского КФУ. По данным на 11 июля, свои оригиналы в Казанский университет подали уже 32 абитуриента с результатами ЕГЭ в 100 баллов. Единовременную стипендию в 100 тысяч рублей получат победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а призеры олимпиад – сумму 80 тысяч рублей. Университет расширяет стипендиальные программы, таким образом поддерживая талантливых абитуриентов. Предполагается, что у этих ребят будет индивидуальная траектория обучения, которая позволит им закончить университет раньше срока. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.